Аудиторасчетная палата, рекомендованная от партии «Республика Атаджур», задержан со взяткой. Об этом сообщили в Госкомитете национальной безопасности. Как уточняется, спецслужбы выявили коррупционную схему, организованную аудитором и подотчетными ему госинспекторами счетной палаты. Подробности в следующем материале. Столичным в момент передачи причитающейся части взятки крупной суммой аудитор счетной палаты был задержан в своем служебном кабинете. Вместе с ним был и один из инспекторов. Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция уголовного кодекса». В результате проведенных мероприятий были зафиксированы системные факты незаконного получения указанными государственными инспекторами взяток в виде крупных сумм денежных средств от представителей проверяемых объектов, основная часть из которых в последующем передавалась к аудитору. В настоящее время в отношении аудитора и госинспектора избрано мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ. Второй инспектор тоже задержан и водворен в ВВС СИЗО ГКНБ. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. ГКНБ напоминает, что это не первое задержание сотрудника счетной палаты по статье «Коррупция». Ранее также были задержаны с поличным при получении взятки. В 2013 году аудитор, в 2016 году инспектор счетной палаты. Диана Мамекова, Алмаз Нурмамбетов, Общественный, Первый канал.